Приветствую всех на канале Уголок Геймера. Сейчас я расскажу вам, как присоединиться к секретной фракции Орден Тайн. Для начала вам необходимо найти квестовый предмет. Найти его можно в теле любой представительницы данной фракции. На моем примере мы отправимся в локацию курорт Уайтспринг. Возле отеля есть небольшие домики. Большая часть из них закрыта, но нам необходим только один домик с выломанными дверьми. В самом домике вам необходимо зайти в уборную. В душе вы сможете найти мертвую женщину, в которой как раз находится голозапись и изношенная вуаль. Эти предметы необходимы для задания. Прослушав запись, квест обновится и отправит вас на исследование поместья Риверса. В самом доме вам потребуется подняться на второй этаж и найти там комнату с компьютером. Пролистав личный дневник, вы узнаете, что теперь вам необходимо надеть вуаль и исследовать гостиную. В гостиной есть скрытая дверь, которая реагирует на вуаль и открывает вам путь в само убежище. Вам остается только использовать терминал, чтобы вступить в орден и начать выполнять задания данного ордена. Награды, кстати, тут весьма интересны. Надеюсь, что данный гайд был вам полезен. Приятной игры!